בוקר טוב, מה שאני דפים את הקטעת פאה, תלמוד ירושלמי, דף י"ט, ליס דיוויטנס, ירצון שדברי תורה לנשמת כל נפים לבלם את הראשונים, מורחים וברוכה בין זה פה וגם נכדם בת אוסנת, לשכת ישראל, בפרט ימצאו רפואה שלמה בדרת השם, סימו יורס כמונרות, רבין צבי הכהן בן נכדם, ככה והצלחה, שלום בארץ ובעולם. Тому мы сказали, что мы проходим с вами законы ПА, что когда человек, у человека есть поле, без рады чтобы у нас всех были дома и поля в Израиле, в Израиле, с приходом Машиаха, или до него, чтобы мы подготовились, человек должен отдать там определенные вещи для бедняка. Одна из них это ПА. Говорит Мара, что, и мы с вами говорили, что человек, у которого есть поле, и он до того, как это поле проросло на одну треть, срезал эти колосья. Для чего? Для корма своим животным. И так он может эти колосья срезать практически три раза. Если они выросли на одну, еще до одной трети, это корм для животных. Говорит Мара, что Раби Зера бешем Раби Меир Раби Уда говорит так, что Раби Зера бешем Раби Элазар. Раби Зера со словом Раби Элазар говорит, Раби Меир Раби Уда шнеем амру давар эхад, что Раби Меир и Раби Уда, они согласны. То есть в Мишне у нас был спор между Раби Меиром и мудрецами. То Раби Меир говорит, что это является разделением. В поле опять мы проходим законы разделения. Когда одно поле делится на два, если там есть канал, если там речка, в этом случае, как мы сказали, он одну линию этого поля прорезал, срезал ее для корма животным. Является это разделением или нет? Раби Меир сказал, что да, в Мишне. И говорит Раби Зера, что и Раби Уда с ним согласен. Амру давар эхад. Кама дама Раби Меир амар, акоцер лешахад мавсик. Кен Раби Уда умер, акоцер лешахад мавсик. Как Раби Меир сказал, ты срезал эту пшеницу, пока она не произошла на одну треть, дальше с двух сторон она растет, как обычно, уже этот, вот эта линия становится разделением. И также говорит Раби Уда, кама дама Раби Уда умер, хаяв бифиа мавсик. Кен Раби Уда умер, хаяв бифиа мавсик. Кроме этого, Раби Меир говорит, что если человек посадил на своем поле, у него есть пшеничное поле, посередине он посадил что-то другое, и это другое от него нужно тоже отделять пя, оставить края, то это является разделением. И также говорит Раби Уда. Как мы дальше посмотрим, на самом деле, сам Раби Уда это напрямую не говорит, но мы выводим из его слов, что это именно так. Как мы знаем, Израиль Ашем, у нас через месяц будет Песах, до Песаха нельзя срезать зимний урожай. И также нельзя есть зимний урожай, поэтому есть кемах яшан и так далее. До кого? До второго дня Песаха, когда приносится Курбан Омер. Но Раби Уда считает, что если он срезал его до того, как эта рожь пшеница проросла на одну треть, он запрет не нарушил. Когда нарушил, когда уже больше одной трети. Ашкаханде Раби Меир омер, хиюба пеа мавсик, кахада детане. Откуда мы знаем, что Раби Меир говорит, что если на поле есть что-то, от чего нужно отделить пеа, оно является разделением. Кахада детане ахлаговай. Говорит Раби Меир так, у человека было поле, и часть этого поля съела саранча. Кирси муане малим. Или было нашествие мурашей, и они подрезали все эти колосья. Или шабартоу аруах. Или это побил их ветер. Обехема, или животные пробежали. Патур. Тогда это поле, вот эта часть этого поля, она освобождена, потому что он его не вспахал, он его не срезал. Какой-то другой способ уничтожил его посевы. А коль мудим им хараш, мавсик им ло хараш и носик. И дальше говорит, брайта, что если все согласны, что если он его вспахал, если он вспахал, то тогда уже эта вспаханная часть поля является разделением. А если не вспахал, не является. Говорит Мара, мани аколь мудим. Кто это значит, все согласны? Здесь написано, кто согласны. Написано, да, ашкаханда Раби Меир. Говорит Мара, мани аколь, лав Раби Меир. Это Раби Меир говорит, ада амра митне шуху, питер бепеа, авал ему хаяв афилу ло хараш мавсик. Мы сказали, как Раби Меир, он освобождает вот эти посевы, которые были уничтожены каким-то необычным способом от пеа, но если он вспахал это поле, нужно оставлять пеа, и тогда это является разделением для поля, и поле становится двойным. Дальше говорит, когда это на это манама Раби Юдан, как мы учили, как сказал Раби Юдан, кто это Раби Юдан, тоже Раби Юда. Эматай базман шитхил ачелоши вишлич, когда ему можно срезать эти колосья для корма для своих животных, и это не будет считаться нарушением, что он срезал его до Песаха, когда они не произросли на одну треть. Аваль ими вишлиш асуликцор. Но если уже
эти колосья проросли на одну треть, не имеет права их срезать до Корбан Омер в Бет-Амигдаше на второй день Песах, на второй день Песаха, или сегодня, просто когда второй день Песаха пройдет. Иксор, а если все-таки он срезал, хаяв бепеа ведавар шеу хаяв бепеа мавси. Он должен будет от этого урожая отделить пеа, часть беднякам, и то, что нужно от него отделить пеа, является разделением. Говорит Гмара, Раби Зера бае, кмоде Раби Иуда, амар. То, спрашивает вопрос, а что Раби Зера, как Раби Иуда? Хитхил ад шело хиви шалиш, афилу хиви шлиш, патур мин алекет, умин шиха, умин ха пеа. Говорит Гмара так, а что если он начал срезать? У него большое поле. До того, как колосья произросли на одну треть, он начал их срезать. Пока дошел до конца поля, они уже произросли больше одной трети. Нарушил запрет или нет? Не нарушил. Потому что когда начал, можно было ему это начать. Потом мина галекин, у мина шиха, у мина пеа. То, что он срезал, и то, что он дальше срежет до конца, освобождено от подарков беднякам, от края поля, от двух колосьев, которые упали, или от одного снопа. Кен, Раби Мейр, Амар, Итхил, Ачелоги, Вишлиш, Афилу, Вишлиш, Патур. Теперь. Говорит, спрашивает Гмара, Раби Мейр может быть тоже согласен с Раби Юдан, что если он начал срезать до того, как они произошли на одну треть, а потом они дошли до одной трети, он продолжал их срезать, Патур, Мина Лекет, Умина Шиха, Умина Пеа, освобожден ли он от подарков беднякам, Гмара на этот вопрос не отвечает, поэтому мы здесь мнение Раби Мейра не знаем. Без радости мы продолжим на следующем листе. Баруха Адонай Леолам. Аминь.